Всем доброго времени суток, приветствую на канале История в монете. Сегодня будет обзорчик на еще одну монетку древнегреческого мира. Как и в предыдущем обзоре, чеканилась она также в регионе под названием Троада, как и предыдущая монетка, между 400-300 до нашей эры. Чеканилась она в городе под названием Гамакситос, если я правильно прочитал, ну, как-то так. Во всяком случае, вы на карте видите правильное название этого города. Сюжет на этой монете и на лицевой стороне, и на оборотной очень типичный для древнегреческих монет. Мы тут видим портрет Аполлона и Кефару на оборотной стороне. Аполлон в древнегреческой мифологии был богом света, покровителем искусства и покровителем муз, предсказателем будущего и богом-врачевателем. В древнегреческом пантеоне он был одним из наиболее почитаемых богов. Что касается оборотной стороны, то кефара – это древнегреческий струнный музыкальный инструмент, и во времена античности он был самой важной разновидностью лиры. Кефара был одним из самых распространенных музыкальных инструментов Древней Греции. На кефаре играли только мужчины. В классической кефаре античного времени было 7 струн, но позже их количество увеличилось до 11-12. Кефара считалась инструментом Аполлона, поэтому не странно, что она почти всегда изображается на монетах вместе с его портретом. Стоит такая несколько сотен гривен, но опять же это сильно зависит от сохранности, и на данный момент она уже весьма успешно нашла себе нового владельца. Всем спасибо за просмотр.